Ну и теперь переходим к громкому делу об убийстве адвоката Юрия Гробовского. Забрала его военная прокуратура для более эффективного расследования. Об этом на брифинге заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиус. Тело украинского адвоката нашли сегодня под Киевом. Уже стали известны подробности убийства, и они шокирующие. По словам Анатолия Матиуса, преступники похитили Гробовского, накачали его наркотиками, закрепили на ноге браслет со взрывчаткой, угрожая взорвать его в случае побега. Я напомню, адвокат защищал интересы задержанного на Украине россиянина Александра Александрова, которого СБУ обвинило в сотрудничестве с ГРУ и участии в боевых действиях в Донбассе. Юрий Гробовский боялся нападения, ощущал постоянное давление со стороны власти Украины. Об этом сообщила в социальных сетях журналист общественного радио Украины Ирина Армалийская. Юрий Гробовский периодически говорил, что опасается чего-то. Ожидал, что прокуроры его будут устранять из дела арестами и задержаниями. Как-то писал, что и физического нападения боится. Это было перед одним из заседаний. 14 февраля сообщил, что исчезло оружие и телефон для незапланированных поездок за границу. Тело Юрия Гробовского обнаружили в Черкасской области. Место указал второй подозреваемый в убийстве. Следователи сообщили, что адвоката добивали выстрелами с близкого расстояния. Преступники использовали документы украинской милиции и спецслужб. Несколько дней назад был задержан первый подозреваемый. Вот эти кадры попали в объектив камеры наблюдения. Гробовский пропал в начале марта. Также пропали все материалы, которые он готовил для процесса по делу Александрова. Очередное заседание суда по этому делу было перенесено, поскольку адвокат на процесс не явился. Позже на страничке юриста в соцсети появилась странная запись о том, что ему пришлось покинуть Украину из-за угрозы безопасности. А в геолокации указано, что сообщение отправили из Египта. Но сейчас очевидно, что страница эта была взломана. У меня все хорошо. Скоро вернусь. Извините, что подвожу вас. Коллега Гробовского, адвокат Оксана Соколовская, заявила, что опасается за свою жизнь. Она, как и Гробовский, работает над делом россиянина Евгения Ерофеева, к которому у СБУ есть вопросы и обвинения. Прошло 5 рабочих дней. Не исполнено решение суда Голосеевского районного суда города Киева об обеспечении мне безопасности и даче личной охраны. Возложены эти обязанности на службу безопасности Украины. У меня нет ни личной охраны, ни других средств обеспечения моей безопасности. Поэтому в любой момент со мной может произойти то же самое.